Краткое содержание поэмы Гомера «Одиссея». После окончания Троянской войны проходит 10 лет, но Одиссей никак не может вернуться на родину. Герой находится в плену влюбленной в него нимфы Калипсо. Тем временем на родном острове Итаки уверены, что царь давно погиб. Жена Одиссея, верная Пенелопа, продолжает ждать мужа. Царице трудно противостоять докучающим женихам, и лишь юный сын Телемах поддерживает ее. Афина помогает Одиссею выбраться из плена Калипсо. Герой отправляется вплавь на плоту и добирается до острова Схерия, где встречает моряков. Он рассказывает им о своих необыкновенных приключениях, и моряки решают помочь герою вернуться на родину. Афина превращает Одиссея в старца и устраивает его встречу с Телемахом. Царь возвращается в свои владения, но его никто не узнает. Пенелопа устраивает среди своих поклонников состязание. Необходимо выстрелить из лука Одиссея так, чтобы стрела пересекла все 12 колец. Это под силу только владельцу лука, и старец блестяще справляется с заданием. Он рассказывает Пенелопе секрет, который был известен лишь ей, Одиссею, и женщина признает в старца своего супруга. Герой убивает всех назойливых женихов Пенелопы. Родственники убитых начинают выступать против Одиссея, но он умудряется со всеми примириться.